Финалисты проекта «Конкуренция» поставили социальные эксперименты. Очередной этап конкурса телекомпании «РЕН-ТВ Саратов» прошел в минувшие выходные в одном из торговых центров города. Каждый участник получил собственное задание. Чем закончились социальные эксперименты, узнала наша съемочная группа. Переобуваюсь. Зачем? Это не очень красивая обувь. Но я же должен полностью выглядеть как слегка запущенный молодой человек. У Антона непростая задача. Ему предстоит сыграть роль асоциального элемента общества. Вооружившись поношенной одеждой и отрепетировав несчастный взгляд, он отправляется на поиски добрых людей. Антон должен выяснить, кто готов угостить незнакомца своей едой. Первые просьбы поделиться пищей не находят отклика. Но Саратов не без добрых людей. Готовы ли вы помогать людям, которые просят вас поесть? Ну, мне сложно было, да, вас угостить. Несколько незнакомцев не остались равнодушными, хотя большинство все же отказало. Финалист проекта «Конкуренция» уверен, саратовцы не жадные люди, просто судят о человеке по его внешности. Когда мы видим какого-то человека не самого благополучного вида, то почему-то все сразу думают, что он алкаш, наркоман, убийца, бывший зэк. Ну, в общем, он пришел к этому только потому, что он был плохой человек, не потому, что какие-то странные жизненные обстоятельства, которые могли привести его к этому. Я думаю, это просто ментальность, не больше. Не потому, что они злые. Какого лесного стрелка, если вам надо, в Энгельс вот сюда? Мы решили ненадолго заехать в Триумф. Что за приколы, объяснить мне, пожалуйста? Мы решили ненадолго заехать в Триумф. Зачем? Купить мне платье. Купить платье подруге. Другой эксперимент ставит еще одна финалистка конкуренции Дарья Матвеева. Ее задача – найти тех, кто поможет обмануть молодого человека. По телефону нужно представиться подругой Дарьи и сказать, что они вместе совершают покупки, хотя она в этот момент гуляет с другим. В обмане согласились поучаствовать все девушки, а вот дамы более старшего возраста отказывали. Сама финалистка говорит, врать бы не стала. Врать – это плохо. Мы за съемками это обсудили. У меня таких ситуаций в жизни никогда не было. Надеюсь, что не будет. Вот. Я бы, если бы меня попросили соврать, я бы не стала врать. Я бы сказала, ребят, давайте сами, без меня. Туда вопросы, там ответы. Вот. Ну, а у меня такой ситуации не было, но не зарекаются вроде как. Может быть, такое будет когда-нибудь. Надеюсь, что нет. Каждый финалист проекта поставил собственный социальный эксперимент. На втором этапе нашего конкурса мы дали нашим участникам очень непростое задание. Кто-то должен был просить людей в кафе делиться с ним едой, а кто-то должен был убедить собеседника солгать по телефону. В общем, это был непростой журналистский эксперимент, ведь настоящий профессионал не должен бояться трудностей и может себе позволить оказаться перед людьми в не очень выгодной ситуации. Свою работу финалисты конкуренции представят на суд зрителей телеканала в течение этой недели. Александр Филин, Елена Губенкова, Максим Пустовалов, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов. Спасибо.